Молодые ребята, здоровые, которые могли защищать свою родину, отсюда бежали, как зайцы. С воинской части звонят, борта приходили. На этих бортах уезжали дети, матеря с детьми, женщины. И вот эти жлобы здоровые лезли беспардонно в эти самолеты, выбрасывали женщин и детей, лишь бы самому ноги унести. К сожалению, они после войны первое время боялись, как-то приезжали инкогнито, не показывались нигде. Потом потихоньку акклиматизировались, и еще сегодня нам еще пытаются условия диктовать. Я, например, всегда против этих людей. Я не хочу быть им судьей, винить их. Но и они должны знать свое место. Пока ветераны живы, они не вправе вклиниваться и там что-то свое диктовать. Я, например, против этого. Как людей, я вопросов нету к ним. Ну, трус хорошо. У них там копеечки какие-то были, люди беспомощные, в Москву выезжали, лечиться надо, они там. Уделяли внимание какое-то, наш айтшуп хащоги, друг друга покрывать начали, и вот пошло и поехало.